Ребята, всем здравствуйте, добро пожаловать на мой новый видеоролик по игре Call of Duty 4, карта удар, снайперская винтовка М40, и с вами я, Андрей Сухин. Сегодня постреляем и поиграем. И приступим. Сейчас буду запрыгивать на вот эту красную штуку и на крышу. Одного игрока я убил. Опа, и меня убили. Даже хедшот поставили. Ага, вот ты где. Но меня в итоге убили. Ну ладно, хорошо. А то так еще сидят. Неплохо. Что не найдешь даже. Вот там где-то на балконе. О, неплохо, убил игрока. Ай-яй-яй, и меня убили. Опа, и еще раз меня убили. И еще разочек меня убили. И еще раз. И прячусь. Ладно, друзья. Вот так я сыграл. Конечно, может быть плохо. Но игроки, видимо, еще такие стали, что либо прячутся, либо убивают. А я ничего не смогу поделать, если они прячутся. Стараешься, вроде голова мелькает, думаешь, попадешь, пока ты смотришь, тебя уже убивают. Ну, как-то так. Если кому понравилось, то, ну, как обычно, сами знаете, что надо поставить и сделать. Ну и всем пока.